В преддверии Нового года в районном центре была организована традиционная предновогодняя ярмарка. На ней были представлены товары от местных производителей, индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств. Жителям и гостям района предлагались в широком ассортименте мясные и рыбные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты и многое другое. Цены были ниже рыночных. Жители с удовольствием покупали свежие продукты к новогоднему столу.